Друзья, Toyota Estima, 2006 год, 2.4 мотор, цвет серебристый металлик, 8500. Руль перекидка, дворники не перекидка, видите, с одной и той же стороны, с стороны водителя. Ключевой доступ, автоматическая коробка, автомат Tiptronic. Монитор и ничего. Так, такие вот вставки из бакелита. Здесь, значит, капитанские кресла, смотрите, по отдельности, в середине подставка для стаканов, столик маленький здесь и подставка здесь для стаканов. Подставка для ног, для комфорта, для отдыха ног. Кремовый салон из ткани. Монитор в салоне. Так, и еще три места сзади. В общем, итоге 7 мест. Двери. Да, 2006 год, рестайлинг. Обе двери электрические. У Туке сейчас эти. Да, 8500. А это 2008 год, тоже 8500, но не рестайлинг. Estima Aeras. Задняя камера. Задняя подсветка. Йокогама, заводские диски. Дверь сейчас отключена оттуда, можно включить, проверить. Вот так. Спускается, поднимается, как хочешь. Саинч, а? А, Саинчина. Горна. Хорошо. Чигали. Чего ты смешно нож? Каши. А, у меня нет. Из демина, ах, перерезаси. Да. Сиеса, сиеса. Это фармаеви. Перекидка руля Грузия, че? Нет, Дубай. Дубай? О, Дубайский еще, перекидка. Еще лучше. Да. С мотором я ты най. Да, что дворник не. Ничего мотора. Эрксу Чорс, Кемри мотор. Кемри мотор. И цилиндрорядовый мотор. Дзураля, че? Ага. А, Дзураля. Так, все. Да, лавтуюс, мерси. Опа спойлерны да варена, овелят сац, на, если галатишешь, тэсси, да. Ես մեծ մոնիտորն ունեմ։ Հա։ Ես մեծ մոնիտորն ունեմ, առավելություն դեռ երկուսն է էլեկտրական։ Էնի մի հատն է էլեկտրական, այն անին։ Հա։ Այդը մնետ ու մոնիտորը в салоне, плюс одна дверь электрическая на вот этом. То есть на рестайлинге. Этот магнитофон вот. Цех привилегий то, что на рестайлинге здесь пару вещей нету, не хватает. Монитора, подвески, обвески. Здесь капитанских кресел нету, здесь общий, сплошной. Да, диван. Ага, диван, да. Все, ахпельчан. Остальное все есть. Задняя все, камера, все, монитор. Все есть. Автоматическая коробка, все есть. Кондиционер, все надо. Да, все есть. А. А, вот это его колпаки с
снял, чтобы не стащили. Вон, видите, колпаки сняли, чтобы не стащили. А. А. SX говорят, а? X. Estima X, а на том Aeras. Aeras, да. Можно полностью засунуть под низ. Все, братан. У этого цвет тоже серебристый металлик. Тот немного более серый. Более серым насыщенным оттенком. Да. Все. Пробег здесь какой? 133. А на том? 100. На рестайлинге 117 тысяч километров пробег. А на 2008? 137. 137. Да. Бриджстоун покрышки. Ветровики. Все есть хорошо. Обе стоят 8500. Остальное на ваш выбор, друзья. Какая вам больше нравится, на ту и пишите, звоните. Обращайтесь, короче. Хапац, мапац, неркац, тегерка. Апа, неркац, тегер уни, бац, хапац, жартас, банер. Да, битых мест нету, только косметический крас. Все, окей. Kia Optima гибрид, комплектация EX. Цвет серый металлик. Серый. Пробег, цена. Пробег 78. 78 тысяч майл. Цена? 10 тысяч. Панорамный люк. Бесключевой доступ. Бац, чебацам. Kia Optima Hybrid Technologies. Вот, мотор тоже гибрид написано. 4 цилиндра. Канидзя уже. 2,4 литра, 170 лошадей, на 100 километров в городском режиме тратит 6 литров бензина. Шикарный кожаный салон, Infiniti колонки. Смотрите здесь какие подушки для шеи. Черный кожаный салон с подогревом и вентиляцией. Типтроник автомат, мультируль, монитор. Фулл салон, короче. Полная фулл комплектация. С панорамными люками. Kia Optima гибрид, друзья. Гибрид, ей. Так. Дальше идет Hyundai. Hyundai Sonata тоже гибрид. Вот, смотрите, надпись. Цвет темно-вишневый металлик. Так. Инч тива, инч пробега. Так, 2011 год, тоже фулл салон, кожаный, с вентиляцией и подогревом, Типтроник автомат, монитор, мультируль, панорамный люк, 80 тысяч миль пробег, Гина, 8500, Blue Drive, экологически чистый. Евро 5 или 6 стандарт.
ξινόνοβοι φάροι. Повторить себе на зеркалах. Светло-кремовый салон, кожа. Здесь тоже такие вот подушки для шеи. В общем, такие дела. SL Arcus учёрс. Тоже 2,4 литра мотор. Битые места есть? Нет. Перекрашен? Все. Битых мест нет, капот перекрашен только. Это? Ford Focus. 2,2? Да. Да. SLA гибрид? Ford Focus, цвет мокрый асфальт, металлик. Комплектация SE. Пробег, цена. Пробег, автосерку. Новые диски. Литые диски, да. 112 тысяч майл. А это дорогое. Миль пробег. Год какой? 12-й год. Полный. Подогрев сиденья, мультируль. Салон из ткани, автоматическая коробка, мультируль. Задний двух. Мониторы. Монитор. А, передний, задний камера. Нет, камера нет. Нету. Камер нету. Так, окей. Это какой мотор? 2 литра. Это 2 литра. Объем двигателя. Цена? Цена 6700. 6700. Багажник. Все. Хэтчбэк, да? Все. Дальше идет Toyota Camry. Это какой год? 10-й. 10-й год Camry. 2,5. Да. 2,5 литров. Автоматическая коробка. Светло-серый салон из ткани. Мониторов нету. Царапки только. Битых мест нету. Гина? Гина. 7500. 7500? От 10-й. 10-й, да. 7500, 10-й год. Новые пагнички. Camry, комплектация LE. Цвет тоже мокрый асфальт. О, огромнейший багажник. Это запаска. Да, стоял. А. Запасное колесо, короче, есть, все есть. Не битая машина. Не битая. Пробег? Пробег 124. Майл? Да. 124 тысяч майл пробег. Все, Mazda 6. 2014 год, 69 тысяч миль пробег. Цвет тоже мокрый асфальт. Цена? 10500. Движок? 2,5 мотор. Sky Active. Задний камера тоже. Мультируль, Citronic автомат, черный салон из ткани, монитор, задняя камера. Люков нету. Комплектация спорт. Комплектация спорт. Пробега Асети. 2014 год. 69 тысяч. Новый капот. Шины тоже, да, новые? Да. Машина очень хорошая.
Черный салон, Циптроник автомат, черная панель приборов. Все черное, короче. Все. Цена? 10500. Шевроле Вольт 2011 год, серебристый металлик. Фулл 1,4 литра, 100. На 100 километров 5 литров. Полный фул, да. Полный пул. Сим-сим, откройся. Эсса, Вольтик, зарядка. Обычной зарядкой, да, можно от обычной розетки. И зарядочник есть, да, зарядочный шнур есть, все есть. 220 вольт, все, окей. Повторители. Так, черный кожсалон с подогревом и вентиляцией, мультируль, вариатор, а? Вариат... Нет, коробка нету, это электрическая машина. Это машина. Реал, ты исчез бабам пухом? А синком три положения, да? Вперед, назад и холостой? Холостой и... Стоян. Че, че бац, мы все не икацаем. Заваско едзема, все. Сра мотора ишканы. 1,4. Мощность? 20 най. Мощность какая? 1,4, 70 лошадок. 70 лошадок. Просто как движок зарядка. А, фулл салон. Люк чем? Нет, это год не ребят. Шевроле Вольт. Гибрид. Гибрид, это электромобиль. Электромобиль. То есть полностью на зарядке работает все. Ну, движок есть, когда заканчивается. Зарядка, включается движок. Включается движок, дает зарядку аккумулятора, от аккумулятора идет машина. Все, отлично. 1,4, опеловский мотор. А, все. Вот 1,4 мотор. А, ходовой, все опель. Опель, а. А, мотор, мотор опелевский. Цена какая? 10 тысяч долларов. Год? 11 год. Бег 114 тысяч километров. 114 тысяч километров пробег. Все. Вложений не требует. Нет, никакого. Все. Окей. Паги. Это без деньги можешь... Каждый день 60 километров ходить. 60 километров на зарядке можешь ездить спокойно, да? Да. Все, а зарядка сколько часов берет? 3 часа. 3 часа до полной зарядки, до да? Полной. От нуля до полной зарядки. 3 часа, ништяк. И розетка 220 вольт, да? То есть от домашнего этого можешь зарядить? Да. Простая розетка. От простой розетки можешь зарядить. Аудиосистема Boss, такие вот модерн вставка с дизайном, футуристичным дизайном. Это отражатель ночью. Лепота. Все, мониторы, задняя камера есть? Да, все есть. Да, полный есть. Типтроники, все есть. Ишь типтроник. Пактроники. Пактроники. И титронцы. Пактроники. Все есть. Все, браджан. Отлично. Бомба, короче. Да. Заведи машина. Да. Жирная комплектация. Тачка для городского рождения, да. Экономичная. Вложений, даже покрышки совсем новые. Да, вложений никаких не требует. Нет. Все, шик.